Оксану отдаем в школу. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, в солнечном и жарком, на улице Ленина, возле магазина «Модная школа». Сегодня мы сюда пришли, как и многие мои подписчики, для того, чтобы осуществить примерку обновок в школе 2024 учебного года. И также попробуем померить эту красивую одежду еще и на Оксану. Здесь большая удобная парковка. Ленина 154, магазин «Модная школа». Поднимаемся на второй этаж. Тут есть указатель, чтобы вы не промазали. Можно на лифте, можно по лестнице. На второй этаж и заходим в магазин «Модная школа». Здравствуйте! Здравствуйте! Школьный сезон 2024 года объявляю открытым. И сегодня мы всех моих красивых девочек и мальчиков оденем так красиво, стильно, чтобы показать, а что нового в этом году для вас приготовила «Модная школа». Или, может быть, покажем уже полюбившиеся какие-то модели, те, которые, ну, просто не хочется снимать в своей школьной жизни. И я, конечно, очень счастлива приветствовать вас всех в своем магазине. И пойдем делать красивый обзор. Целый класс разнообразной одежды в одну школу, несколько классов одеть от Елены. И они все будут разные. Вот настолько богатый здесь выбор. Ура! Даже самым маленьким школьницам, такие как наши две сестрички в нашем магазине, всегда можно подобрать какую-то интересную, хорошую, удобную, качественную, стильную одежду. Сарафаны, конечно же, очень любимый предмет одежды у малышей. Он у девочек начальной школы. Наш сарафан, который сейчас представлен по акции, которая проходит в магазине. И этот сарафанчик стоит всего 550 рублей. В нашем магазине можно всегда не только интересно собрать детей в школу, но еще и очень выгодно для родителей. Этот образ мы собрали для того, чтобы показать, как можно современно, динамично, почти спортивно выглядеть девочки в школьном образе. При этом удобные палаца синего цвета, которые у нас представлены еще и в сером, и в черном цвете. Очень удобные посадки на резиночки, плюс шнурочек для дополнительной утяжки, что обеспечивает максимальный комфорт во время использования. Палаццо широкие, модные, стильные. Конечно же, подкрепив их таким спортивного стиля бомбером, который используют не только мальчики, но и девочки в своем школьном гардеробе. Это будет, конечно, очень удобный образ для осени, зимы, когда хочется девочки одеть что-то наверх второго слоя. Но милые образы девочек, конечно же, очень красиво можно собрать благодаря красивым сарафанам и платьям, потому что девочка в своем выражении, она всегда просит какую-то милоту и нежность. И в школьном образе эта нежность тоже допустима. Например, это платье великолепное, красивое, такой свободной посадки. У него такой свободный крой, что позволяет девочке совсем непринужденно себя чувствовать весь учебный день и даже весь учебный год. Поэтому такие платья нежные, красивые, с таким большим, модным, красивым, объемным воротником, конечно, для любой девочки будет очень классным школьным образом, когда девочка может совсем себя ни в чем не ограничивать в плане движения в течение учебного дня. Тебе нравится это платьишко? Да. И красивые образы такие с косичками нам очень сильно подходят под это платье, да, милая? Ну, сарафанчик, я представляю сейчас эту клеточку в нашей Анапе, эту клеточку носит гимназия Росток, поэтому все гимназисты гимназии Росток. Обращаю ваше внимание, кто еще не знает, вдруг вы только зачислились в эту гимназию. В нашем магазине уже 10 лет школьная форма гимназии Росток представлена в виде этой синей-красной клеточки, которая яркая, нарядная. И не только сарафаны, но и юбочки, и шорты для девочек есть из этой клетки. Эти сарафаны очень комфортные, мягкие, без внутреннего дополнительного слоя. Этот слой с высоким содержанием натурального сырья ткани позволяет второму слою хорошо дышать. Воздухообмен очень хороший у сарафана. Девочке будет очень комфортно в течение учебного дня. Отсутствие подклада делает вот именно такую хорошую воздухопроходимость. Блузы у нас на девочек для малышей в большом ассортименте и короткий длинный рукав. Сейчас представлена блуза с жабо, но жабо это прекрасно снимается, отстегивается. Можно одеть свой галстук, как, например, бантик красный в гимназии Росток. Можно его использовать на парадные случаи, можно снять на каждый день. Блузы в большом выборе
выборе для девочек и короткий длинный рукав. У нас целых 13 метров блуз в магазине. Поэтому на любой вкус и выбор точно можно подобрать. И ценовая политика у нас более чем приемлема. На таких малышей у нас примерно 1600-1700 рублей. Это очень доступная цена, причем качество очень высокое. В блузах 71% хлопка. Вы представляете, насколько это хороший, дышащий, комфортный материал у ребенка первого слоя? Сейчас мы посмотрим просто даже на сравнение. Девочка в милом, нежном очень образе, в юбочке, такой блузе, поддержанной тоже с таким дополнительным объемом, под воротничок сделанный гофре, юбочка с гофре. Очень мило, нежно собрать можно этот образ в нашем магазине, да, если девочка вот именно хочет выглядеть вот так нежно и мило в своем школьном образе. И рядом, конечно, образ у нас такой, более спортивный, в наших любимых брюках палаццо. Мы можем вот так вот сделать блузку, добавить, например, какой-то еще такой спортивной динамики в ее образ. Палаццо у нас, да, очень удобный, так и пояс на резинке со шнурком, немножко спорта добавляет, но при этом брючки очень хорошо смотрятся в школьном образе. И блузы, конечно, короткие, длинные, 3/4 рукав под палаццо можно выбрать, ну, просто, опять-таки говорю, в большом разнообразном выборе. Палаццо у нас и серые, и синие, и черные есть, и все размеры до 48-50 взрослого размера. То есть, если мы сейчас видим девочек такого среднего школьного звена, это не значит, что только на них есть палаццо. В нашем магазине палаццо есть на меня, есть на размеры еще плюс 3-4 размера, чем я. Поэтому даже взрослые школьницы до 11 класса, конечно, у нас могут найти самые стильные, модные решения и поддержать их какими-то очень стильными, модными, динамичными блузами. Девчонки, вам самим как? Очень нравится. Очень нравится. Вы так в школу с удовольствием пойдете? Да. За какими оценками? За пятерками. А почему? Потому что школьная такая красивая одежда, да, она уже вдохновляет на какие-то результаты. Я вообще всегда говорю, что школьная жизнь начинается именно со школьного ощущения в этой школьной одежде. Потому что какое настроение с утра создашь, такой будет и день. И поэтому, начиная свой день с такой красивой, комфортной, модной, стильной одежды, конечно, у любой девчонки сразу настроение будет прям очень на высоком уровне. Поэтому в школу все за пятерками с модной школы. Юбочки у нас есть по акции по 350 рублей. Эта юбочка стоит тоже не очень дорого. Она буквально 1300, по-моему, или 1400. Блузы, я как говорила, уже 1600-1700 в среднем на таких девочек. Палаццо у нас в среднем стоит 2500. Это тоже на уровне нашей жизни сейчас очень хорошая цена. Почему? Потому что мы в Анапе являемся официальными представителями тех фабрик российских, которые отшивают эту школьную одежду. Поэтому у нас официальные цены от производителя, и вы ничего не переплачиваете. А у нас в магазине две сестрички, Василиса и Маргарита, пришли к нам сегодня быть помощницами в том, чтобы показать, какие же школьные образы у нас девочки носят именно в Анапе. Почему? Потому что вот эта клетка принята во многих школах города-курорта Анапы. И, конечно же, в нашем магазине очень хороший ассортимент есть из данной клетки. Юбочка на запахе у нас сделана, на широкой кокетке. Запах обеспечивает очень удобное использование в течение года. Если вдруг девочка в объеме чуть меньше, больше стала, удобно перешить всего несколько пуговичек и все. И, как правило, такая юбка на запахе у девочек носится с первого, как минимум, до третьего класса. Бывают, мамы приходят и говорят, мы всю ночь проходили ваши юбки. То есть качество хорошее, отшива, качество ткани, высокое содержание вискозы, конечно же, в наших изделиях даже второго слоя содержание вискозы не менее 48%. Вот, жилетик к этой юбочке у нас отшит в такой красивой форме, по фигурке, такая эргономика спины отшита, да, красивой посадки. Жилет девочки, он должен отличаться чем? Тем, чтобы подчеркнуть ее все-таки женственность. У мальчиков это более прямой и жилеты, у девочек это, конечно, должны быть более девочковой посадки. Также у нас есть сарафаны. И клеточка, обратите внимание, немножко другая. Эта клеточка используется у нас в гимназии Эврика у гимназических классов. Ну и все желающие из других школ, кто хочет носить именно такую более яркую клеточку, то
тоже у нас могут приобрести и юбочки, и сарафанчики, и жилетики. Сарафан удобный тоже такой, застежки, имитация жилета, что вот тоже несколько пуговиц позволяет быстро одеть, снять его для физкультуры в школе, ну или какие-то такие вот, скажем так, быстрые дела с одеванием даже дома. Сарафан хорошо носится, красиво тоже сидит, и у него за счет того, что такая очень такая глубокая, длинная посадка, тоже девочки не один год используют в школьной жизни. Вам самим как? Нравится. Красиво. Да, но девочки у нас ходят в казачий класс, поэтому они сегодня пришли к нам с модельной школы, да? Да. Особенно очень нравятся штаны. Да? Они очень красивые и они очень модные. Очень модные. Вот сейчас такие штаны почти все носят. Да? В школьной жизни классно носить, да, тоже, да, такие? Да, ну вот мы поэтому так и стараемся вас собрать в школу так, чтобы вы были и модными детьми-подростками, и при этом в школьном образе это тоже было приемлемо. Поэтому спасибо тебе большое, что ты поделилась своим мнением. Для меня это очень важно и ценно. Сарафанчики, жилетики у нас... разные цены в зависимости от размера. Юбочки в среднем на запахе стоят 2500, жилеты стоят 2200-2300, тоже в зависимости от размера. Сарафаны стоят от 2800, в зависимости тоже от размера. Ну и блузы всегда в большом-большом выборе. Девочки уже не один год любят, конечно, больше носить брючки. Юбочки, к сожалению, уходят как-то на второй план, ну, потому что молодежь сильно модная, динамичная, стильная. Ну, вот такой сейчас у них выбор, такое желание. Конечно же, мы его только можем поддержать. И поддержать как? Конечно, предоставить возможность классные, красивые, какие-то стильные брючки использовать в своем школьном гардеробе. Но еще и на разный уровень тепла. Например, вот эти брючки прямого кроя, это не палаццо, это брюки-трубы с подворотом вниз, с таким широким красивым подворотом внизу. Это просто прямые брюки-трубы. Они также сделаны в поясе на утяжке. То есть, если мы посмотрим сейчас со спины, то мы видим, что мы немножечко присобрали на девочке, на нашей утяжечку, чтобы они сидели очень комфортно. За счет этого, конечно, на любую фигурку они хорошо сядут. Вот брючки прямые с подворотами, например, синего цвета. У нас также они есть и в черном, и в сером. Или же, например, на более холодном время года можно использовать, если мы синие брючки носим в школу, эти брючки полегче ткань, она с вискозой такая, костюмная ткань, а эти брючки палаццо, они выполнены из мягкого трикотажа, то есть это очень хороший трикотаж, но при этом очень плотный, за счет этого он держит хорошо очень свою форму и не будет такого эффекта даже после многократного использования и бесконечных стирок, что брюки как-то выглядят не так. Они всегда будут форму свою держать, но при этом очень мягкий трикотаж и он плотный, поэтому вот в нашей Анапе эти брюки носят точно весь год, зимой даже под носочек их будет хватать. Они также сделаны сзади на утяжечке, тоже спиночка сделана на утяжке, на внутренней, в поясе, тоже очень комфортно обеспечат посадку на любую фигурку. Мы эти брючки поддержали такой свободной блузой оверсайз. Ну, потому что девочки сейчас, многие очень любят такой свободный стиль. И не очень им, конечно, хочется под такие свободные широкие брюки одевать какие-то там узкие блузочки, что-то, чтобы их стесняло. Поэтому блузы оверсайз в таком большом у нас выборе. И еще у нас очень большой новый завоз. Он буквально на днях будет, что мы предложим еще новые решения. И укороченные, стильные, модные блузки для девочек, которые просто вот такой укороченной, широкой посадки. Все модницы, которые будут в Анапе до 1 сентября, забегайте к нам за этими модными, стильными блузами. Буквально на днях уже получим этот новый, модный, стильный ассортимент. Блузы на подростков у нас стоят в среднем 1800-2000 рублей. Также ткань 71% хлопка, эластан, что позволяет именно комфортно чувствовать себя в этих изделиях. Брючки на подростков до 48-50 размера в среднем стоят 2600-2700. Одеваться, подростки, любимые мои, ждем вас. Скажи, пожалуйста, ты у нас уже не один год одеваешься, да?
Да. Девочки мои любимые, они приходят? Потому что я учусь в школе в гимназии Эврика, там, где у нас такая школьная форма. Очень мягкая ткань. У нас весь класс ходит в этом. Очень им нравится платье мариинское. А, ты в мариинском классе даже. Мариинское парадное платье. Да, с фарточками у вас, да? И повседневное. Очень хорошая ткань, очень красивая. И я хочу сказать, что все детки, которые сегодня с нами, наши помощники, они приходят к нам просто так, просто потому что я попросила, и они откликнулись. И у нас ничего нету какой-то выгоды между друг другом, у нас есть просто любовь, доверие и желание быть друг другом в такие красивые моменты жизни, да, девчонки? Да. Вы знаете, как я люблю гостей в своем магазине, и особенно люблю... Ну, пусть другие не обижаются, подписчиков Юры Заросского. Они, правда, всегда приходят какие-то особенно теплые, душевные, такие. Мне кажется, они не за одеждой приходят сюда для своих детей, а для того, чтобы подарить нам эту радость и эмоции просто от знакомства с ними и общения. Вот расскажите, пожалуйста, вот что вы делаете в нашем магазине? Ну, и откуда вы приехали? Мы приехали из Подмосковья, из города Дмитрово. Смотрим Юрия Заросского. Год смотрели, два смотрели. В этом году решили одеть ребенка. Дочь, я ее одела. Идет в 7 класс. И сегодня выяснилось, что мы, оказывается, были у вас на Крымской. Я ее одевала в 1 класс там. Она прекрасно относила нашу форму. Представляете? Ой, мне мурашки. Носили мы ее всю начальную школу. Претензий к одежде никаких. Относила прекрасно. Образов мы тогда подобрали. И юбку, и 3 блузки, и брюки. Брюки я взяла еще на вырос, чтобы хватило. С резиночкой, кстати, прекрасно. Как вот вы, как мама, она там носит, а вы-то стираете, гладите, вообще ухаживаете. Прекрасно. Как одежда себя ведет? Очень хорошо ведет, не линяет, ничего не перекашивается. У нас многие мамы говорят, отдаем по наследству, как новые. Согласна, передали. Все сохранилось. И получается, что вы 7 лет назад первый раз пошли в школу с модной школы. Да, мы у вас все покупали, мы все такие красивые, в косичках были. Долго вас все померяли. Спасибо большое. И вот оказалось... Второй раз. Да, очень часто я слышу, что мы из вашего магазина ходим как-то по-особенному в своих школах, в своих городах, регионах, когда люди приезжают, одевают у нас в Анапе деток и уезжают в свои города. Мне всегда это очень приятно и очень душевно слышать. И я, конечно, невероятно счастлива, что спустя столько лет вы опять к нам приехали в нашу Анапу и пришли к нам в магазин для того, чтобы уже в таком подросшем, скажем так, да, виде собрать такой школьный, но уже подростковый возраст, уже не первоклассницы. Кстати, вот эти жилеты укороченные, да, они в нашем магазине по акции 350 рублей всего. Блузки, конечно, подростковые в большом выборе, как и говорила. Ну и, конечно, палаццо черные, прямого, классного, свободного кроя под такой укороченный жилет тоже очень хорошо смотрится. Мы сегодня мало показываем жилетов и второго слоя, но в нашем магазине выбор всегда есть, что накинуть ребенку на второй слой. И жилеты, и кардиганы, и по акции, и без акции, и вязаные, и сшитые. Поэтому просто сегодня мы как-то вот так собрали, потому что лето, и деток не хочется сильно утеплять, чтобы им было в магазине комфортно. Но на самом деле полноценно до конца собрать образ мы тоже здесь вам поможем. Я очень сильно благодарю. Скажи, пожалуйста, ты носила нашу форму. Как ты по своим ощущениям и как тебе наша удобно одежда? Удобно носить. Хорошо. Одни подписчики, Юра, кстати, были на той неделе и сказали, мы приехали 2 дня в Анапу, только потому, что здесь есть модная школа. И мы думаем, как же мы в школу пойдем. Нет, выбирали, куда поехать отдохнуть, решили приехать в Анапу отдыхать, только потому, что модная школа здесь есть. И они уже несколько лет, на протяжении там 5, наверное, лет, одевают ребенка к школе. Поэтому они выбирают даже отдых на море, потому что здесь модная школа. Это была очень чудесная история, поэтому таких историй, правда, очень много. И я благодарю, что вы продолжаете нам верить, доверять и приходите с таким теплом к нам. Я вас очень сильно всех люблю. И вам спасибо большое. Мои девочки, Варвара и Катюша, они не один год, если вы видели прошлый сюжет, и приходят к нам в гости для того, чтобы показать одежду, которую мы здесь можем представить на подростков. В этом году модно брюки карго.
Они были уже в том году модные, конечно. Но в этом году мы их добавили в школьный ассортимент, в школьную жизнь. Поэтому мы на Варваре вот хотим показать вам брючки карго с большими объемными карманами. Все как положено, в стиле карго сделаны. Но сделаны из такой ткани для школы. Есть в сером, черном и синем цвете брюки карго для подростков. Тренд какой-то новый, ну, пожалуйста. Устали от палаца? Приходите за карго. Блузой мы поддержали короткого рукава. Для Анапы очень актуальна, конечно же, такая прямая посадка. Эту блузу создала я лично. Я ее нарисовала, я ее там оцифровала, отправила на фабрику, сшили образцы, и мы теперь ее уже не первый год представляем, потому что прямого классного кроя удобная очень блуза с коротким рукавом. Второй вариант, конечно, такие юбки, не все любят, конечно, строгие прямые, но в такой школьный динамичный образ с какими-то кедами, кроссовками, потому что сейчас молодежь носит такую обувь, да, более спортивную в школу, очень классно можно вот собрать образ с юбкой, но при этом не строгий. Юбка такая тенниска, скажем так. Девочки ее называют за счет больших широких складок, как у теннисисток. Вот блуза сверху, она такая тоже объемная, свободная. У нее есть возможность тут застегнуть, вот так поднять рукавчик на 3/4. Вот. Она с такой, вроде как со спортивной лентой, но при этом она тоже очень хорошо пишется и под юбку, не только под брюки. Поэтому такие модели блуз, я говорю всегда, что это просто выбор уже самой девочки, потому что ассортимент мы предлагаем всегда очень-очень большой и разнообразный. Вот Варвара в школу ходит в нашей одежде уже много лет. Вот да, скажи, Варя. Всего здесь покупаю как раз такие рубашки, блузки. Ношу до сих пор. В летний образ тоже вписывается. А что любишь больше всего? Рубашка, которая представлена у Кати. Да? Да. Эта рубашка прям была хитом 3 года назад, и мы ее не выводим из ассортимента, потому что она продолжает и продолжает пользоваться спросом, но любят ее. Но почему мы будем что-то изменять? Мы просто можем добавить что-то новое, как, например, вот брюки карго в этом году в нашем ассортименте. Юбки для девочек, подростков по акции по 550 рублей. Синий, серый, черный, любая юбка по 550 рублей. То есть еще такая очень классная, выгодная акция у нас до сих пор есть, так что забегайте, будем вас радовать. Алексей в нашем магазине одевает не только свою первоклассницу, но еще и много лет одевал у нас старшего сына, еще тоже мы когда были на Крымской. Алексей, ну поделитесь, пожалуйста, я всегда очень душещипательные истории эти очень люблю. Одеваемся в этом магазине уже очень много лет, сыну нашему сейчас 14 лет. Когда магазин еще был расположен на улице Крымской в центре города, мы пришли туда в первый раз и одели сына в первый класс. Остались одеждой очень довольны и качеством, стилем этой одежды очень довольны. Одежда очень удобная. Сын носил эту одежду в течение... Ну, то есть мы обновлялись, конечно, каждый год, потому что дети растут, приходится, так сказать, покупать постоянно новые модели, новую форму. Затем привели в первый класс одевать свою дочь среднюю. Средняя дочь также очень понравилась эта одежда, и она теперь всегда у нас просит одеваться только здесь, в этом магазине. Мурашки. А теперь Варюша подросла, вот закончила в этом году детский сад, тоже идет в первый класс. Соответственно, как обычно, мы по традиции пришли в наш любимый магазин. Поэтому мы очень рады, что появилась Спасибо. Новая коллекция в этом году, что коллекция эта очень обширна, она очень большая, и есть... Что выбрать? Да, и наши дети очень довольны. Ну, конечно, у нас большое разнообразие для девочек всего-всего-всего, но и про мальчиков же мы тоже не забываем. Сегодня у нас просто 2 представителя, но это не значит, что на этом все. Ассортимент у нас на мальчиков очень большой и очень хороший. Сейчас я просто покажу на Давиде, какие брючки мы одели. Это новинка тоже этого года. Они выполнены на резиночке. Вот здесь сзади вшита резиночка. Вот от переда и прям по спиночке. Плюс шнурком для утяжки. Спортивный пояс. Но при этом такие классические карманы. Ткань плотный трикотаж, как у девочек на палаце. Но при этом за счет того, что это у
очень плотный трикотаж с высокой плотностью. Он держит форму брюк, как из обычной костюмной ткани. Но при этом комфорт, удобство, конечно, парню весь день в школе обеспечен в этих брючках. У нас здесь внизу есть такой маленький подворот. Тоже они к низу заужены, очень хорошо сидят под обувь какую-то, даже такую вот кроссовки. Парни сейчас тоже туфли какие-то классические не носят, кроссовки в основном. Вот эти брюки трикотажные под любимые кроссовки будут классно смотреться. Они тоже есть в разных цветах. Серый, синий, черный. Тоже все подростковые размеры на любую фигурку. И Давид у нас одевается в магазине «Модная школа», уже 6 лет одевается у нас. И мама Таня, конечно, когда пришла и рассказала свое мнение о нашей одежде, она в первую очередь говорила, какие классные у вас поло, потому что Давид очень любит их уже в течение 6 лет носить с первого класса. Действительно замечательные. Тоже очень глубокий белый цвет, такой насыщенный белый. Плотность пола тоже очень хорошая. Здесь под воротничком хэбэйбеечка, для того, чтобы воротничок тоже держал всегда форму. И сколько бы мама Давида не стирала это поло, оно всегда будет вот такой вот красивой формы посадки воротничка. Воротничок никогда куда-то не расползется. Поло у нас такого прямого кроя, его можно на выпуск, да, вот именно такие парни сейчас тоже сильно не любят что-то там обтягивающее. Короткий длинный рукав поло в нашем магазине в белом цвете, в голубом цвете тоже всегда есть, до 44 размера. С маленьких размеров роста 122-30 размер и до 44 взрослого. Сейчас поло на Давиде 44 размера. Поло в нашем магазине стоит 1300-1400, 1500 в зависимости от размера. Тоже очень-очень-очень хорошая доступная цена. Брючки у нас на парней в среднем стоят от 2200 и тоже в зависимости от размера и выше. Но такого качества и такого качества отшива, когда у нас все по ГОСТу, все закрепочки выполнены, вот закрепочки сделаны здесь, в карманах, везде по поясу, везде на всех зонах, везде сделаны классные закрепки, что позволяют именно эксплуатировать хоть как, хоть вдоль, хоть поперек эти брюки. И второй вариант брюк у нас тоже выполненный из мягкой ткани. Она почти как трикотаж, очень тоже мягко и эластично, но они сшиты тоже так вот с поясом брюк, как бы классический, но без стрелок. Видите, сделаны вот классически, да, рамочки, красивые, хорошие, классные брючки. Но они настолько современно, стильно, классно сидят, стрелочек нет, в школу классно, удобно, посадка как любимые джинсы, но это школьные брюки. Поэтому все парни у нас всегда обеспечены такими хорошими, стильными, хорошими брюками. И наверх мы сейчас одели бамбуковую рубашку. Эта рубашка второй год просто фаворит у всех мальчишек. Честно говорю, она есть самого маленького размера. С роста 116 и до роста 182-188. То есть и на малышей размерный ряд, и на таких подростков, как наш Кирилл, тоже рубашечки эти садятся. Они приталенные. Здесь посадка у них приталенная по спинке, что хорошо позволяет ее носить на выпуск, да, не заправляя. Вот, она по бокам слегка приталенная и сзади. Мальчишки, которые любят, ну, так вот что-то не на выпуск, эта рубашка очень идеально подходит. 50% бамбука. У нее по ощущениям вот... Очень хорошая рубашка. Думаю, можно ее взять в школу. Очень удобно и комфортно. Ткань, вот ее одеваешь, она как будто вот вторая кожа, нет ощущения какой-то вот ткани, да, на себе, она такая мягкая, почти как шелковистая, очень хорошая, достойная рубашка. Эти рубашечки у нас от 2300. Вообще рубашечки в нашем магазине на мальчиков с маленького размера и до 43-го ворота, на взрослых даже мужчин у нас одеваются не только дети, но и мужчины в такие рубашки и брюки. В среднем короткий длинный рукав рубашечки стоит от 1500. Ну и до взрослых размеров, там уже в зависимости там, какой мы размер смотрим. 2300, 2500, это уже прям большие-большие взрослые размеры. Поэтому мальчиков одеваем тоже очень красиво. И второй слой жилетики тоже в этом году есть по акции, по 550 рублей. Очень хорошие, классные жилеты. Поэтому мы мальчиков
я лично очень сильно люблю одевать, потому что, как правило, мальчики очень не любят ходить в магазины и сильно уж не доверяют всем подряд, скажем так. Но когда мы начинаем одевать парней у нас в магазине, и когда мы подбираем вот такие удобные, комфортные, стильные вещи, они, как правило, уходят довольны. И правда, потом я вижу в магазине, они даже самостоятельно приходят без своих родителей, потому что знают, что здесь сразу мы им подберем с первой примерки то, что им нужно. Поэтому приходите, парни, мы вас очень любим наряжать. Я нахожусь в магазине модной одежды. В этом магазине мы одеваемся больше 10 лет. Моя дочь одевалась здесь в школе, в 7-й мы учимся. Мой сын одевается. Сейчас мы идем в 7-й класс. Мы также будем покупать здесь одежду. Качество отличное. Цены нормальные, отличные. Одежду мы стираем, так как у меня сын очень сильно вымазывается, мы стираем каждый день. Одежда не растягивается, на весь год хватает. Полностью мы потом ничего не закупаем. Мы один раз закупили с сентября, и до мая мы ходим в этой одежде. Приходите в магазин, покупайте, это недорого, отличный магазин. Всем рекомендую. Брюки как носятся, вот поделитесь. Отлично носятся, нету катышков, брюки не растягиваются, брюки не линяют. Мы их стираем также практически каждый день, так как мальчишки не очень хорошо чаще интенсивно. Всего. Интенсивно в развитии, и брюки... Не вообще не разлазится, не рвутся. Брюк хватает на весь год. Мы обожаем полурубашки. Они не рвутся также, не растягиваются. Швы не едут, чего я очень не люблю в одежде. Также интенсивно мы стираем, тоже каждый день. Также одежда не вытягивается, не растягивается. Очень хорошая, качественная одежда. Мы каждый год приходим сюда. Спасибо вам большое. У вас такой большой опыт, 10 лет. Да. И с девочкой, и мальчиком. И самое главное, вы сказали, что потому что мы не меняем качество. Качество вообще не меняется. Вот сколько лет, качество не меняется. Качество остается на том же уровне, которым и было. Сотрудники тут просто классные. Когда придешь, не знаешь, что выбрать, какой размер. Чаще всего я не знаю размер своих детей. Девочки подберут точно по размеру. Всегда предложат альтернативу, если чего-то нету. И если вдруг что-то нет, в этот момент не находится... Когда приходят, девочки звонят нам, оставляем телефон, и мы приходим за той вещью, которой на этот момент просто не было. Да. Для нас это забота о вас, чтобы ваш ребенок достойно был одет. И мы, конечно, ориентированы на ваш спрос и всегда звоним и оповещаем. Спасибо вам, что вы сотрудников моих тоже так очень, да, это правда, очень цените. Да, мы стараемся всегда подбирать с одного раза, максимум со второго. И много размеров, разных полнот на каждого ребенка. Нам это дает возможность ваших детей идеально одеть по размеру, не только по качеству. Спасибо вам большое. Оксану отдаем в школу. Жесткая школьница. В общем, мы решили Оксане тоже подобрать школьный образ, посмотреть, как же на ней тоже будут смотреть такие школьные вещи. Но, Оксана, я тебе хочу сказать, что карго можно носить же не в школу, реально. Просто черные карго под кроссовки, под любые кеды белые. И с любой футболкой это карго даже сейчас летом носить можно. Я почему так говорю? Потому что у меня дети мои, подростки, они школьный ассортимент, как, например, брюки палаццо или вот такие брюки прямые мы на девочках показывали. Они не в школу носят. Они под свитшоты какие-то объемные, свитера зимой носят вот такие брюки, как будто бы со школьного ассортимента. Но на самом деле это просто брюки карго, хорошей посадки. Ну и Оксане одели блузку. Она тоже моя любимая блузка, которую я тоже лично создала. Модельер. Почему ее такой сделала? Потому что мне всегда вот такой момент, как у мамы, да, когда дети там рукава, манжеты, и там они юлозят по парте, потом стираешь, и что, эти самые места подвержены травматизации. Я решила сделать блузку такую 7/8 длины, чтобы она, если нужно будет там девочке в школьной жизни, надо будет и чуть-чуть покороче, и при этом, когда она сгибает ручку и работает за партой, вот здесь вот нету вот этого стирания. Ну и все равно вот этот широкий свободный рукав, он классно себя чувствуешь весь день. Объемные карманы сделали, поддержать вот эти все вот манжеты широкие, поэтому и карманы с подворотом. Ну, конечно, свободная посадка оверсайз, чтобы это все
Очень было комфортно, да. И вот эта блуза, и подобные блузы вот такого оверсайз-посадки, не только под брюки, но под юбки. Даже прямые юбки мы даем девочкам по 350. Вот, как я и говорила, не только с брюками такие блузы можно, но и с юбочками прямые. Прямая юбка, которая стоит 550 рублей по акции. В сером, синем, черном цвете выбор юбок до 52 размера. У Оксаны юбочка сейчас 44 размера. Ну вот так. У нас, кстати, учителя одеваются тоже к школе, не только дети. Я всегда говорю, что у нас школьная одежда и деловой стиль для взрослых. Поэтому взрослые, обратите внимание, тоже к нам можно приходить. Вот Оксана тому пример. Вот сейчас мы на Оксане покажем, как можно просто наши брюки, палаццо использовать просто в жизни. Про что я говорю, что это не только про школьную жизнь. Брюки, палаццо можно просто спокойно носить, вот как я в белых брюках стою, да, тоже такой же ширины, вот как брюки наши палаццо. Мы Оксане и ходили с белой футболочкой материала Мэрил. Она очень кайфовая. Оксана, кайфанешь? И потом мне расскажешь. У нее уже кайфую. Да. У нее материал просто вторая кожа. Это специальный материал для спортивных нагрузок. Высокая гигроскопичность, быстро впитывает влагу. Ну, если вспотел человек. Да, если ты вспотел, то она быстро впитала влагу и при этом быстро отдала воздух. Материал не держит влагу в себе. Он сразу отдает в атмосферу. Это очень крутая футболка. Я ее сама, Оксана, ношу просто не один год. И везде в путешествие ее беру, ложу в чемодан. Почему? Потому что ее гладить не надо. Ее с чемодана вот так достаю, одела футболочку, шорты. Я ее даже под пиджаки одеваю осенью, зимой. У нас в белом и черном цвете есть. Я черный цвет под пиджаки себе беру, одеваю. Она очень кайфовая, она невероятно приятная. Ее, правда, снимать не хочется. Одеваемся не только в школу. Ну что, девочки, выбираем амулеты. В этом году в нашем магазине есть такие красивые волшебные амулеты. Они заряжены, конечно, на любовь, на удачу, на счастье, для того, чтобы, ну вот просто их когда носите, у вас хорошее было настроение. Сейчас, когда лето на дворе, можно яркие какие-то амулеты, голубые или розовые, добавить в свои какие-то такие летние наряды. Так что выбираем все по амулету красивому, сделаны ручной работы. Очень высоко осознанными людьми. Поэтому это вам всем в дар. В этом магазине все лето будем дарить всем амулеты. И между прочим, не только девчонкам, но есть такие амулеты, выполненные в таком в черном сдержанном цвете, что можно даже и мальчикам, и парням. И Юре сейчас оденем, да, Юра? Мне не хватает осознанности явно.